Это видео. Видео? Любим. Он побежал. Может, мы споем немножко? Ларис, давайте споем. Конечно. Давайте. Класс. Так. Поем, Максим Александрович? Ну, вы у меня как у руководителя спрашиваете. Руководите, вы есть руководитель. Да, давайте. Вот это долго тянется наша дорога. Долго тянется наша дорога, параллельно с твоей судьбой. На земле нас таких очень много, что болеют душою тобой. Ты дающая силу, несчастья, раскрываешь на мудрости дверь, защищаешь от бед и ненастья. Мы как птицы в полете, поверь, мы летаем, переполнены светом глаза. Ведь в эпоху великую Аллы посчастливилось жить нам, друзья. Мы журналы, в киосках скупали, со статьями и фото с тобой. Мы пластинки с прилавков сметали, не смогли наслаждаться тобой. В ожидании эмоций чудесных мы грузили кассеты твои. В Олимпийском свободное место на концертах пытались найти. Мы летали, когда видели рядом тебя. Мы автограф прижав засыпали, и без песен ни ночи, ни дня. Ты себя отдаешь без остатка. Ты поешь для добра, для людей, за себя от дешевых нападков. Мы снизуемся, станем болей. Ты нам счастье вливаешь по венам, наполняя энергией мир. Нет роднее тебя во вселенной, миллионов людей ты кумир. Мы летаем, переполнены светом глаза. Ведь в эпоху великую Аллы посчастливилось жить нам, друзья. Мы летаем. Алла Борисовна, с первым воскресеньем весны. Поздравляем вас! С праздником желтых цветов. Мы вас любим. Уже столько лет и будем всегда с вами. Любим вас. Здоровья и счастья. Здоровья вас, Алла Борисовна. Мы все вас очень любим. И ждем сегодня на Тверской. Мы раздаем сегодня желтые цветы. У нас целая машина желтых цветов. Вот это да! Молодец, Гарик! Вот это спортсмен! Вика Магнолий! Yes! Что это Магнолий? Это письмо для домового. Мы ему написали вчера письмо. Да. Чтобы дал он нам марки. Да, вместо кристалла. Зачем уже столько много кристаллов? А он вам оставляет кристаллы домовые, да? Мы написали и дали ему мармеладку. Не было и ни мармеладки, ни одной, и ни письма. То есть он уже забрал, да? Ну да. А сейчас я только что в обед, я написала ему это, и он мне в таком... Вот в таком вот конвертике я раскрыла, и у меня выспалилось... Две марки. Только не говори Гарику, а то он обидится, что мне только дали. Повезло вам с домовым. Только сейчас я напишу. Спасибо, дорогой домовой. Дай, пожалуйста. Конечно, пожалуйста. Че так просто-то? Лизонька, я поехал в театр Ермоловой. Угу. Пока.
Там было написано флора. Флора, флора – это мир растений. А если мир животных, то это... Животинка. Нет, это фауна. Животинка. Ну да. Животинка, расскажинка, животинка, расскажинка. По борьбе с коронавирусом. Надо пить горячую воду. Я также чай пью горячий. И что это позволяет? Потому что вирус боится горячей воды. Боится горячей воды. Это первый вариант. Второй вариант. Можно под дверь подложить чеснок. Он как чихнет, он и этот чеснок полетит прямо на его, на коронавирус. И коронавирус чихнет и упадет в обморок. Все. А еще говорили, что надо всегда хорошо вытирать руки после того. И намыливать, и мыть хорошо даже. Не просто сбрызнуть и все. Надо тщательно-тщательно мыть. Все. Это четвертый вариант, корреспондент. И никуда не уходить. Пошло. Пошли. Видишь, водичка. Только волшебная. Спасибо. Спасибо, Гарри Марсинович. Опа. Чемоданчик, мой чемоданчик. Елизавета, вы ожидаете чемоданчик? Красный, мой чемоданчик красный. Понятно.